У нас опять эксперимент с питанием с крысами. Фиг его знает, прокатит, не прокатит. А, этот ребенок не хочет есть крыс. Поэтому я их обваливаю в мышах. Натираю мышихой. Но вот сейчас они там минут 20 сидели. Видимо, они недостаточно пропитались они мышами. Райка не... Нет, ты смотри, а. Вот это комбо. Вот это змея. Это, конечно, получилось случайно, но получилось очень смешно. Завалить двух, это вообще крутяк. Ну все, будем надеяться, он будет жрать.